Добрый вечер. Сегодня мы познакомим вас с фильмами, присланными на конкурс. Первый фильм называется «Бродяга». Его авторы Сергей Сыноров и Александр Дремух. Они живут и работают в Воронеже. Сергей Сыноров имеет два высших образования. Он окончил математический институт, имел потрясающие, блестящие перспективы, но в один момент своей жизни все бросил и поступил учиться на дирижерско-хоровой факультет Института культуры. Закончив этот институт, он и до сих пор занимается, увлекается музыкой. Но в нашем конкурсе он сегодня представлен как автор и режиссер фильма. Его соавтор Александр Дремух в 15 лет увлекся музыкой, потом поступил в авиационный техникум, который не закончил. А музыка, увлечение музыкой продолжалось и продолжалось. Он создал свою группу, которая называется «Служебная необходимость». Он перепробовал массу профессий, был и таксистом, и токарем, и ночным сторожем, и даже начальником охраны. Но потом в какой-то момент своей жизни тоже понял, что его призвание – это искусство. И вот так встретились эти два человека, которые вместе сняли уже немало фильмов. Один из них «Бродяга». Мы сегодня с вами посмотрим.